Приветствую, дорогие зрители! Сегодня тема нашего видеоролика – футболка с длинными рукавами женского типа. Обратите внимание, очень такая модная футболочка. Сейчас в данный момент топом считается, ну тут правда указано 2015 года, я также считаю, что в этом году она также останется модой. Также обратите внимание, с бесплатной доставкой по Российской Федерации – с очень высоким рейтингом и с очень количество большого заказа в 2013. Значит, я выбрал именно какой расцвет. Вот такую. Мне кажется, вот это более-менее модно. Кому-то может быть такая лучше подойдет. Это уже на ваш выбор вкуса. Размеры здесь, к сожалению, вот только такие. То есть больших размеров нет. Там с 3 XL и так далее. Также по размерам здесь у нас есть табличка где-то внизу, сейчас мы посмотрим. Здесь, кстати, характеристику можно посмотреть. Хлопок, материал, полиэстер. Стандартная женская футболочка. Вот по этой табличке можно будет все размеры снять себе, подобрать именно какую модель с размером именно вам нужна. По фотографии, если очень посмотреть, она подходит практически к штанам. Также можно посмотреть фотографии, качество швов. Также подходит, посмотрите, обратите внимание, и к шортам подходит, и к штанам. Я думаю, что и к юбочкам тоже подойдет. Вот, вот, пожалуйста, смотрите, как красиво смотрится, к юбочкам подходит. Ну вот, давайте теперь почитаем отзывы. Так, отзывы, отзывы. Отзывы здесь ставим галочку только с моей стороны и пишем, что тут пишет. Приятный материал, ответ как на фото, размер туда-сюда подошел, пошив более-менее, в целом все нормально. Можно фотографии даже здесь посмотреть на самом деле, что пришло. Видите, великолепно, тонкий, прозрачный, гладкие швы, 4 звезды, тут 5 звезд, 5 фотографий можно посмотреть. Вот. Здесь фотографии можно посмотреть. Вот то, что вот я заказал. Ну, примерно вот футболочка с длинным рукавом должна быть так выглядеть. В общем, обратите внимание, 5 звезд, как посылочка придет. С вами раскроем, посмотрим, как она будет выглядеть. Все, ждем посылочки. Приветствую, дорогие зрители. Вы наконец-то посылочка пришла. Шла на 2 недели. Очень быстро пришла из Китая. Сейчас будем смотреть. Самый аккурат и делать соответствующие выводы. Все ли по размеру все это выставлено. Открываем аккуратненько, чтобы товар не повредить. Иначе потом будет спор, трудно открывать. Упаковка дошла в целом сохранности. Почта у нас российская, работает на ура. Так, еще одна пленочка запакована. Еще раз напоминаю, размер мы заказывали 2XL. Так, то, что мы выбирали, то и пришло по цвету. Черная, белая, серая. Так, теперь давайте мы попробуем с вами размеры с помощью сантиметрика проверить, все ли по размеру соответствует. А потом уже посмотрим, как она будет смотреться на теле. Ну, давайте посмотрим. Начнем с плеч. Так, так. 41. Получается немножко больше, 42. Вот так как футболочка растягивается, если в спокойном состоянии мерить, то должно быть 41. Раз. Вроде как 41. Дальше проверяем рукав. Рукав у нас должен быть 61. Как вы видите, 61. Все в порядке. Так, теперь посмотрим, как нам измерить бюст. Бюст у нас должен быть 96. 96, это получается, надо делить на 2. Ну что в этом районе получается 48. 48, 48.
это получается как раз 96, великолепно. И талия 80. Здесь померяем теперь талия. Талия 80. Вот здесь, конечно, талию как померить, непонятно, так или так. В общем, нижняя часть у нас получается 46. А здесь как бы поменьше талия, да, вот здесь. Должна быть 80. Ну вот, обратите внимание, 40 на 40, 80. Все. Так, теперь посмотрим на качество швов. Швы аккуратненькие, материал легкий, летний. Так. Дальше посмотрим здесь, что у нас. Швы целые, все зашито как положено. Здесь тоже все целое. Здесь тоже все целое. В общем, такую футболочку с длинными рукавами можно смело у этого продавца заказывать. Под моим видеороликами ссылочка. Можете сразу на нее выйти. Вот, и делать заказы. Вот 2XL. Все, спасибо за внимание. Если видеоролик понравился, ставьте лайк. А еще лучше подписывайтесь на мой видеоканал. Много что интересного покажу. Всего доброго, до свидания. Ну вот так, смотрите. Размеры совпали с плечами. Сейчас посмотрим по окружности. Все в порядке. Все, спасибо за внимание.